хорошо, что ты решил выходные вместе провести. А то я уже соскучилась по нашим шалостям. Ну вот сейчас доедем и покажешь, как ты соскучилась. Покажу. Блин. Что-то случилось? Что-то с мотором какая-то херня. Сейчас придется останавливаться. Игорь. Что? Игорюш. Наташа, да что? Там кто-то стоит. Блять, жена. В смысле жена? И что делать? Что делать? Валить надо. Что делать? Пиздец. Да ты, миленькая, не подводи. Не подводи. Да заводись ты, блядь! Эх, Игорек, Игорек. А я говорил тебе диагностику двигателя делать. Да собирался я. Собирался на днях буквально это все сделать. Ну, уже поздновато будет. Вот тогда бы сделал. Сейчас бы всего этого не было. Я, пожалуй, пойду. Стой! Ты куда пошел? Стой! Куда? Игорюш, давай потом созвонимся. Сука! Бедолага. Ну, ему уже ничем не поможешь. А вот у тебя еще есть шанс избежать неприятностей. Только до конца зимы во всех точках фит-сервис 50% скидка на диагностику двигателя. Поторопись, а то ты можешь быть следующим.